17 באוקטובר 1991. הייתי בן 12. זה היום שבו עזבנו את ברית המועצות. אני זוכר את היום הזה ממש טוב, כי היה הרבה בלגן, והיום שלי היו מאוד לחוצים, וכדי שאני לא אפריע להם, נתנו לי מצלמה ואמרו לצלם. אז התחלתי לצלם. Самолеты, поезда, машины, автобусы раз бросали нас в разных точках глобуса. Раз, два, три, четыре, пять. Не ходите нас искать, мы далеко. Нас уже, пожалуй, не догнать. Мы там, где себя не могли представить ранее. Америка, Израиль и Германия. Уезжали, улетали в дальние дали. Переживали, как все будет в начале. Очень осторожно, обойдя таможню в пункте назначения, багаж свой выгружали. Новые места, чужие города, хайвей, бродвей, остальная красота. Пестрая экзотика для нашего глаза рвала крышу сразу. Мы возвращаемся на родину наших отцов. После 2000 лет галут. Галут на иврите — это изгнание. Знаешь, считаю, что это очень важно. Миш, прекрати снимать себя подряд. Гера, где ключи от чемоданов? Поколение. Каждый пасхальный сейдер, твой дедушка, Миша, говорил: «Бешана габо Иерусалим». Да. В следующем году в Иерусалиме. Он не дожил. Ну, так, может. Тебе ключи. Тебя ключи. Ты их в карман положил. Ну, никого никакой карман. Гер, пепел на свитер не стряхивай. Шалом алейхем, эвену шалом алейхем, эвену шалом алейхем, эвену шалом, шалом, шалом алейхем. Тетя Роза, проснитесь. Тетя Роза, мы в метели. Тетя Роза, проснитесь, тетя. Тетя Роза! מה זה? הכל בפנים. מה זאת אומרת? מה זה הכל בפנים? דוקטור! תראה, אתה לא יכול להשאיר לי פה את הגופה וללכת. שני קדישה, יש לי 1,000 מוסים על הראש. מה זה? לא, מה אני אעשה בגופה הזאת? נראה. הכל נראה, יברי, все יברי. צ'ינצ'ורן. אם מי תקים בלי 2000 לתנות. שני קדישה. Галстук. Потому что жарко. Жарко. Пальто, куртка. Дядюшка какой-то. Дядюшка номер 20 долларов на привет. А, наслушай своего троюродного братца. Дорогого. Борис, между прочим, во всем очень хорошо разбирается. Ну, конечно. Да? Да. Кого-то еще знаешь, что за полгода в Израиле смог банку снять. Банку снять, да. Юдия, кен? English, please. Оль, ты по-английски не разговариваешь. Mm. Jewish? Иверей? Да. А, Jewish ли мы, да. Ма шама нефтерет алея шалом? Шалом. Шалом? Шалом? Ло, ло. Нейм шела нефтерет. Нейм. Роза Абрамовна Душицкоган. Нейм тейм. תעודת עולה? where תעודת עולה? תעודת עלייה. כן. No, נטו שם, מטורקה פריליטלי. פליין. פליין? טוב, תלכו לעשות קליטה אצל פקידי משרד הפנים ותחזרו עם מספר תעודת עולה. נאמבר, נאמבר.
Я понимаю, что вы ждете минуту, ну, одну минуту, я, дайте объяснить, ну. Вы же понимаете, у вас ЧП. Посмотрите, ну, это герб Израиля. А здесь написано на иврите. Иврит — это наш язык. Слышишь? Иврит, какой красивый язык. Как французский звучит. Откуси. Ага. Красава. Я главное говорю, у нас ЧП. Ждут нас там суперозы, и они всем хоть бы хны. Даже взят куда-то некому. Оля, это не совок, мы в Израиле. Будем ждать своей очереди. Я... Ну, все. Котлетку будешь? Ну. Нет. А, Мишенька, ты Володин? Говорят, не может получить туда туле. Говорят, не сделала алия. Как это не сделала? Технику вы привезли, ее не живая. По закону о возвращении, только живой еврей, что сделала алия, закай получить туда туле. Но нам сказали, что нам нужен туда туле, чтобы похоронить ее. Будет охоронить, как иностранный гражданин. Красиво похоронит. Равин будет, могила будет, кладбище удобно, от аэропорта близко. Мы напишем документ в Россию, что у них гражданка совсем умер. А как вы будете платить? Наличными. Кому платить? Мне платить. Вам бабушку хранить, мне могилу копать. Туда-сюда 13 тысяч получается. 13 тысяч. У нас нет 13 тысяч шекелей. А не переживайте, можно и за долларов. Туда-сюда 6 тысяч получается. Можно и за... Видите ли, у нас нет в наличии такой суммы. А зачем голову морочишь, а? Почему в Израиль привез хранить? Мы не хоронить приехали, мы репатриируемся. Оле Хадаш? Yes. Этот пакид-макид верблюд горбатый мне Эзрах Зар говорит. Оле Хадаш — это вообще другой тофес. А ты почему молчал? А я даже не знал. Оле Хадаш — Израиль платит. О, ну... номер туда то ли давай, да? Извините, мы отстояли! Все отстояли! У нас тетя умерла, понимаете? У всех тетя умерла! Простите! Я вообще беременная! Тосите, сейчас, товарищи, как вам не стыдно? Мы же тут все евреи! Мы не можем дать гражданство мертвому человеку! Вы знаете, сколько евреев умирает каждый год в Галут? Галут — это Израиль. Да, но она умерла по дороге в Израиль! А может быть, она умерла еще там? Ну, здесь печати, подпись, она прошла паспортный контроль 2 раза! Я не знаю! Что вы не знаете? Что вы что считаете, что мы прогресс трума никто не заметил? Вот! Вы мне целовали рот, здесь не открывает, и здесь вам не Русья! Оль, меня тошнит. Меня тоже. Меня правда тошнит. Эти котлеты. Да, да, да. Ну все, я заканчиваю. Не дождусь, сейчас увидимся. Целую. Яша передает привет. Ну пока, пока. Привет, дорогая. Я вас не разбудила. Нет, не разбудила. Леночка,
Угадайте, откуда я вам звоню? Нет, нет, нет. Мы в Израиле. Да? А что Борис вам не сказал? Понимаете, у нас тут произошло некоторое... Что? Как нет? Как это? Кошмар. Лен, я... Аль... Что случилось? Борис... Тоже умер? Напился на работу, его уволили, а Лена его из дома выгнала с концами. И теперь у друзей живет. Как можно напиться в банке? Он же в банке ночным сторожем работал, оказывается. Миш, слезь оттуда сию минуту. Там грязно, ты даже не знаешь, кто там сидел. Занька, знаешь что, сходи посмотри, или в другом кабинете есть еще какая-нибудь тетя, которая тоже по-русски говорит. А? А в чем дело? А что такое? Вообще. У тебя есть другое предложение? А я не знаю, выглядит. Ленин Троцкому сказал, я мешок и достал. Куличти демаса, там садрица обсаца. Не куличти демаса, вот такая вот папса. Крошка сын отцу нашел и спросила друга, это вафли или шок, и как ты здесь подруга? לאן נעלמת, בום? אמרתי לך ישר וימינה, לא פה, איזה רוסים, בוא מהר. בוא, בוא מהר. חזור. Скажите мне, зачем вы решили сделать алья? Это наша историческая родина. Мешками выключить. Я боюсь, что надо разбудить вашу тетю. Я хочу ее спросить пару вопросов. Не надо. Просто мы все очень волнуемся. Понимаете... Исторический момент, значительный. Она очень старенькая. И, как котлеты. Котлеты? Его тошнит. Хорошо. А где фотографии? Ты русский не богат?
Мать, так я и думал. Тяжело труп через границу тащить. А я все понимаю. Сам жмура везу. Теща, вот что, лишний труд от оленя не помешает. Машканта, эти льготы, опять же, пособие. Как говорится, любишь кататься, любимые саночки возьми. Анатолий! А, иду. Вот, моя курочка ряба нарисовалась. Смотри, не едят, а пишет. Толя, теперь Натан. Как этот, Шеранский. Рахиль Моисей, идем, моя золотая. Надо было там ее ставить одну. Коган? Я? Я из службы безопасности, нам нужно с вами поговорить. Ты тоже молчи, ничего не говори. Пусть они сначала скажут, в чем они тебя обвиняют. Если что, удивись и скажи, что не заметил, что нам... Пойдем, душу, куда? Вот сюда, пожалуйста. Сюда, да? Да. И направо. Сразу надо. Вообще никакого отношения к тете Розе не имела. Я сначала пытался им рассказать все как есть. Но их тетя Роза не интересует. Потом стали спрашивать, где работал, сколько рабов было, из каких стран, с кем связи поддерживают. Вот они мне денег предлагали. А почему ты? Это стандартная проверка. Для всех репатриантов мужского пола. Я сам не явился, вот они за мной пришли. Айофи, вернулась. Давайте фотографии.
чмолик? Эцли. Кен. Кен. Беседер. Извините. Подождите минуточку. ישראל למשרד הקליטה ולסוכנות היהודית. שלום. ברוכים הבאים. Миша, да? Миш, выключи, пожалуйста, камеру. Ну, в любом случае, материал уже ушел в прямой эфир. Теперь нам нужно подготовить интервью с членами семьи. Вы понимаете, какой смертельный удар может быть нанесен по нашему общему делу, когда выяснится, что 100-тысячный репатриант умер в первый же день пребывания на исторической родине? Ну, скажите, можем мы этого допустить? Нет. Израиль — это наш дом. Эн лану, эрец ахерет. Я надеюсь, мы понимаем друг друга. Вот и замечательно. Вам не нужно возвращать корзину абсурдции к госпоже Бушиц-Хоган. Выждем немного, эта история позабудется, и мы сделаем нормальные, кошерные похороны. Все, мой помощник закроет с вами все детали. Еще раз примите мои соболезнования и добро пожаловать. גורמים במשרד הקליטה מוסרים כי העולים מתאקלמים במהירות רבה. החום הכבד הלא אופייני לעונה יימשך גם היום. ועכשיו לחדשות בהרחבה. Дудели, били куранты. Родина нас провожала в эмигранты. Самолеты, поезда, машины, автобусы разбросали нас в разных точках глобуса. Раз, два, три, четыре, пять. Не ходите нас искать, мы далеко. Нас уже, пожалуй, не догнать. Мы там, где себя не могли представить ранее. Америка, Израиль и Германия. Проверьте в списках беленький Моисей. Ждите очереди, я сказала. Саша, я понял, понял, конечно. Удачи. Сухоневский. Ты что, с ума сошла, что Сухоневскому делать в Израиле? Уезжали, улетали в дальние дали. Переживали, как все будет в начале. Очень осторожно, обойдя таможню в пункте назначения, багаж свой выгружали. Новые места, чужие города, Хайвей, Бродвей, остальная красота. Пестрая экзотика для нашего глаза рвала крышу сразу. Ночи.
за рубежом. Колесики стучат, паровоз летит как птица. За полночь уже, но почему-то нам не спится. Все никак не терпится, узнать да поскорее, что для нас приготовила фортуна лотерея. В следующей главе нашей биографии, в новейшей истории на чужой территории. Кому из нас какая достанется роль? Кто будет нищий, а кто король?